Мы находимся в государственном университете города Лимы. Сегодня меня пригласили на лекцию рассказать о двигателях с совмещенными обмотками, о проекте SOVELMASH, о том, чем я занимаюсь и какую технику нам уже удалось внедрить в двигатели с совмещенными обмотками. Слушателями были декан института, также присутствовали доктора наук, 3 человека и несколько профессоров. Также, что было для меня особенно приятно, на лекции присутствовали студенты, девушки и юноши, достаточно молодые. Я так понял, что это 3-й курс. Мое выступление заняло почти час. Меня очень внимательно слушали. Я уже думал, что не будет вопросов. Мне показалось, что люди устали, но на самом деле вопросы были достаточно много. Вопросы были очень интересные. Особенно мне вопрос понравился о том, можно ли наши двигатели использовать на тягачах для железнорудной промышленности. Ну, то есть те тягачи, которые вывозят тележки с рудой из шахт. И этот вопрос мне больше всего понравился. Я рассказал, что да, это возможно, что именно с этого начинался проект. И один из двигателей был как раз тот, что был намотан для железной дороги угольной промышленности. Кстати, один из вопросов, это было, могут ли наши двигатели также качественно работать высоко в горах, как и на равнине. Вы знаете, что вот в таких высокогорных местах, где находится Перу, здесь очень большие сложности возникают в горах. Почему? Потому что бензиновым двигателям не хватает кислорода, и они глохнут. Для того, чтобы они хорошо работали, им приходится повышать обороты, делать специальную смесь, различные присадки. Это все очень сложно. С электрическими двигателями таких проблем не возникает вообще никогда. Без разницы, где работать. Высоко в горах, в космосе, под водой, на равнине. Они работают везде одинаково. Ну что, перуанские студенты, такие же прекрасные ребята и девушки, как и во всем мире студенты, как те, которые учатся в России. Немножечко мне сказали, я сегодня видел даже здесь небольшую демонстрацию, они, конечно, активные, смотрят очень немножечко другими глазами в жизнь, да, они сейчас уже хотят исправить мир. Ну, что я им пожелаю? Я пожелаю им успехов в учебе и в бизнесе.